обычно делаешь одну татуировку, потом вторую, третью, четвертую. И как-то, не знаю, сначала мне понравилось, что на шею можно сделать татуировки, потом уже на голову пошел. Я просто пошел чинить зубы, лечить, и все, и по шутке просто спросил, я говорю, может быть, а ты, говорит, клыки можешь сделать? Ну, просто с прикола, он говорит, да, могу, типа. Я говорю, давай просто попробуем. Естественно, попробовали, и все, пошло-поехало.